Глава региона сегодня посетил семейную ферму Шипулиных в Ленинградском районе. В хозяйстве более 1500 гектаров земли. Из них половина засеяна озимой пшеницей. Столько же отдано под свеклу, кукурузу, подсолнечник и люцерну. Фермеры показали губернатору и свой технопарк. Тракторы, комбайны, грузовики. Кроме того, аграрии запустили макаронный цех. В год они выпускают около 100 тонн изделий, которые продают в своем магазине и развозят по заявкам жителей. Тут кроме муки и воды ничего нет. Никаких красителей, улучшителей, ничего не применяем. Лучшего бренда, чем написано, из отборных сортов кубанской пшеницы. Поверьте, в Москве, вот если бы у нас была полная возможность в целом по нашей стране ее продавать, то очереди бы стояли. А сегодня надо к этому стремиться. Но я уверен, что, я еще раз говорю, объединившись, фермеры многое смогут. Намного больше, чем сегодня. Но фермеры должны стать сильнее. А это только союз, это только кооператив, это только объединение фермеров позволит сегодня им смело заходить на рынок и на рынке оставаться, и быть там устойчивыми. Вот это очень важно. Тогда никакие колебания рынка на них не будут влиять. Вопросы земельных отношений, мер господдержки и участия фермерского сектора в развитии сельских территорий края обсудили на совещании в Ленинградском районе. Туда на съезд фермеров съехались около 500 аграриев со всего края.